Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по онлайн-игре Fox Money. Как и обещала, я записываю видео по выводу денежных средств. Вчера я разблокировала аккаунт. Писала видео по этому и закинула я $1. Там три условия: пополнить баланс на $1, заработать на рефералах или на серфинге. Ну, я пополнила. Регламент вывода, друзья, у нас 24 часа. Что я хочу сказать? Так, вывод. Где у нас вывод? Все супер. Значит, обратите внимание, заказывала я $2.10. Мой кошелек 1.10 и статус выплачено. Так? Обратите внимание, значит, на мой адрес кошелька. Вот он. Адрес кошелька мой. Запомнили, да? Теперь что? Пойдем на главную страничку. Кликаю выплаты. Вот сколько выплат много. Где мой логин? Вот мой логин. Моя сумма. Выплата также. Супер, супер. Ну что ж, теперь шутки в сторону. Пойдемте на Pair кошелек. Проверять выплату. Обратите также на номер кошелька. А то мало ли другой номер. Вот он. Теперь давайте даже перезагружу страничку. Все, теперь начнем что? С 1 октября вот я разблокировала. Кликаем сюда. Пополнение баланса Fox Money. Вот, .com. На сумму, вот мой логин, 1 USD. Разблокировала я аккаунт. Давайте искать вывод. Самое главное. Это я закидывала рекламку. Это я получала, видим, сумма совсем с другого проекта. С букса. Далее это я сегодня в проект зашла. Это я сегодня дала рекламку. И это вот я сейчас видео записала. Вывод с букса. Нет выплаты. В общем, полный развод на деньги. Игра не платит. Вот. Что я хочу сказать. Не вкладывайте, не работайте. Я не знаю, может быть, еще деньги придут, но почему выплачено написано. Значит, вывод должен быть в кошельке, денежка. Вот. Но я свои денежки потеряла. Вот, потому что я при регистрации закидывала $2. Потом у них поменялись правила. И я закинула вот вчера $1. Вот, и они в знак того, что они платят якобы на баланс для вывода, всем начислили по $2.10. Ну, я их поставила на вывод. Вот такой вот результат. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Что тут сказать еще? Больше нечего сказать. Вот. Такая вот у нас игра крутая. Попалась я. Здорово. Всем удачи. Больших заработков. До новых встреч.